Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографией. Малькольм Либке родился 31 октября 1953 года. Американский художник. Родился в Миннеаполисе, в Миннесоте. Учился в колледже дизайна Art Center в Лос-Анджелесе, Калифорния. Но бросил учебу через полтора года. Переехал в Нью-Йорк, начал самостоятельно изучать художников Саржента, Эдгара Дега, Анри де Труслотрека, Диеска Веласкеса, Джеймса Макнил Уистлера и Эдуарда Вуйяра. Его работы были на обложках Time, Newsweek, Forbes. Сейчас его работы хранятся в коллекции Смитсонского института и Бруклинского музея. Я зачитываю переводную Википедию. Работы Либке широко демонстрировались в пастельном обществе Америки, Американском обществе акварели, Национальной академии дизайна и Национальном клубе искусств. По большей части самоучка рисует в стиле, синтезирующем работы других художников, мастер эмоций и элегантности. Раннее приобщение к искусству произошло от его отца, который был фотографом-портретистом, матери, которая интересовалась живописью. Карьера набрала обороты в конце 20 века, когда в мире искусства возродился интерес к фигуративному и реалистичному искусству. Его работы выделялись особенно своим особым стилем, в котором сочетались классика и современность. Использовал такие техники, как свободный мазок кисти, смелое использование цвета и акцент на настроение и эмоции, а не на строгом реализме. Художественный стиль его отличается способностью передавать суть его предметов. Его объекты, часто элегантно одетые, кажутся запечатленными в откровенные моменты, придавая его работам ощущение спонтанности и подлинности. Его использование света и тени, сочетание с живописностью и жестикуляцией кисти придает его произведениям ощущение непосредственности и эмоциональной глубины. Он использует палитру, которая варьируется от холодных, приглушенных тонов до теплых, насыщенных оттенков, часто подчеркивая взаимодействие света и тьмы. Этот цветовой контраст не только усиливает визуальное воздействие его картин, но и подчеркивает эмоциональную атмосферу сцен. Ну, вот так вкратце о американском художнике Малькольм Либке. Данные из Википедии и из того, что мне удалось найти в интернете. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.